Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа. Мы находимся сегодня на пересечении Пионерского проспекта и улицы Кольцевой. Но более 100 тысяч человек на Кубани и Республике Адыгея остается без света из-за разгула стихий. Но мы сейчас с вами в Анапе, посмотрите, вроде бы немножко тучек на небе. Да, у нас первую половину дня шел дождь, но сейчас просто шикарная погода. И мы с вами прогуляемся на море, посмотрим, как выглядит этот проход именно сейчас. С правой стороны от меня находится дельфинарий. Он сейчас работает. Мы слышим музыку, играющую оттуда. Также сувениры можно прикупить. Рядышком находится бургеры, в которые можно что-нибудь перекусить. Да, здесь не так уж и много частного сектора, но вот в эту сторону имеется несколько гостиниц. Также по этому проходу ходят на море те, кто живут, отдыхают на Чимбуке и хутор Красный туда выше. Там дальше у нас есть бесплатный туалет на пересечении улицы Кольцевой и Симферопольского шоссе. И там есть два парка. Один парк военной техники, один парк экопарк. Если вы вдруг хотите их посмотреть, набирайте на канале Азаровский экопарк либо парк военной техники и наслаждайтесь. Обходит солнышко. Я сегодня прям очень ждал, мне хотелось идти снимать это все без солнца. Посмотрите, какая красота, просто какие цвета, какие краски, люди прогуливаются. В общем, она по воскресенье под вечер все-таки погода у нас удалась. Сегодня было очень много кадров о том, как сносит крыши у домов, со школы снесло крышу. Хорошо, что дети на каникулах, сообщение о том, что кто-то пострадал, не поступало. Слышу, как отсюда море шумит, значит, все-таки где-то над морем гуляет ветер и приносит сюда к нам волны. Шикарное вот оформление, камушек посерединке, да, так сказать, альпийская горка, и вокруг нее туи высажены. Играет музычка, прям, знаете, все и вся навевает летнее настроение. Ну, по крайней мере, у меня именно так. Мы переходим Пионерский проспект. Здесь находится София медицинский центр. А туда дальше у нас будет с правой стороны Кристалл, Уют, Бора-Бора Бич Клаб. Открылось еще два отеля. Но не ближе, наверное, к проходу Буревестник на море. Будут туда ходить. То есть места довольно-таки интересные. Температура воздуха сейчас 9,9 градусов. И поверьте мне, ребят, это очень хорошая температура в данный момент времени. Особенно, когда смотришь новости с такими разгулами стихии. Пионерский проспект, чем еще радует? У нас здесь имеется велодорожка. С моментами такое ощущение, как будто с бордюра спрыгиваешь. Но все-таки она есть от Анапы. И у нас получается до Кристалла. Нет, дальше. До Мечты санатория. Здравствуйте. Тоже подписчица. Очень приятно. Спасибо большое. Все больше меня узнают. Это очень приятно. Спасибо, ребята, что смотрите, здороваетесь. Ну, это прям очень классно. На самом деле, это лучший сейчас заработок блогера. Я повторяю. То есть все, что сейчас делаю, делаю искренне от души. Потому что дохода это не приносит абсолютно никакого. И поэтому... Ну, просто вот от меня для вас, чтобы в ваших городах, где еще лежит снег, или просто для тех, кто любит Анапу, стало немножко теплее на душе то, что вы ее увидели. И спасибо всем за поддержку, тем, кто поддержит лайками, кто поддерживает финансово. От души, ребят, спасибо большое. Ни на что, как говорится, не настаиваю, если есть возможность, да, нет возможности, ну и ладно. Но все те, кто пишет плохие комментарии, аривидерчи, ребят. Вообще, просто без какого-то сожаления, я просто нажимаю кнопочку «Бан» и до свидания. Наслаждаемся зеленой травкой. Здесь я вижу, что или перекапывали, или какие-то коммуникации укладывали. Чем ближе к морю, тем все сильнее слышен звук набегающих волн. Проход он как бы грустненький, печальненький, но в тени. Кис. Что-то не хотят мне на эту камеру, как же киты. Ой, все, пошел.
не захотела. Забояка. Ты киса бояка? О, еще один, смотрите. Он смотрит этот, и давай его бить, говорит, моя точка была. Подрались и убежали вдвоем. В общем, смотрите, здесь работают летом ларечки, которых можно прикупить там, покушать, шашлычное. И вот он, тот самый кристалл Уют. Мы уже до него дошли. Что-то я вначале не рассказал. Вот это полярная звезда называется, а через дорогу, откуда мы начинали, звездочка Юг. База отдыха. Тут обычно все рассказываю. Здесь я что-то задумался и пропустил. Друзья, прям ракочет море. Ой, не хочу плохой погоды, хочу хорошей. Но там шторм прям очень сильный. Я думаю, что сейчас это прям будет звучать. С левой стороны у нас продуктовые точки, торговые вещами и так далее. И меня постоянно отсюда гоняют. Типа, о, что ты тут ходишь, что тут бродишь. Самое интересное всегда, что здесь вот за этими точками, вот за этими деревьями находится общественный туалет. Просто вместо того, чтобы организовать здесь возможность ходить куда-то в туалет. Это то, о чем я просил. Конечно, хорошо, что на Симферопольском шоссе появился этот туалет, но еще было бы очень классно, если бы они появлялись, допустим, вот где-то здесь на пляжах, чтобы люди не в море ходили, не сюда засирали дюну, потому что эмбрес стоит такое, ну и там прям очень жутко. Что-то как-то лысо стало, я вам хочу сказать. Мне кажется, было побольше растений. Может быть, конечно, кажется, но будем посмотреть. Еще идем сейчас на закат, очень сильно яркое солнышко слепит. Ну, чувствую аромат моря. Прям, знаете, он такой, вау, вау, класс. Здесь у нас стоит, прикиньте, просто вот насколько охренели у нас уже продаваны. Здесь стояло о том, что дальше первая санитарная зона, выезд транспорта запрещен. Они сверху приклеили, короче, свою рекламу. Записал для телеги сообщение по этому поводу и пошли дальше. Вот так вот, детей крутить надо почаще, тогда у них жизнь будет послаще, слушайте. Какое место мы пришли, ребята. Здесь сегодня просто настоящее представление. Шума волн, птицы летают, люди наслаждаются всем этим. Какая красота. С собачками гуляют. Вау. После дождика, видите, дюны какие становятся, как апельсиновой коркой покрываются, воздух чистится, и в такие моменты получаются очень красивые фотографии. Я обожаю, на самом деле, шторм, обожаю всю эту стихию. Когда ты на нее смотришь, понимаешь, какой человек все-таки песчинку по сравнению с природой. Вот такая красота. Нас ждала здесь, и мне кажется, стоило это того, чтобы прийти, чтобы вам показать и самому прочувствовать все это. Это пляж Бора-Бора, который также не убрал навесы в этом году. И вот, пожалуйста, их подмывает, прожарели они, ну, значит, им так, наверное, выгоднее. Смотрите, докуда сейчас доходят волны, нет-нет, аж до самых дюн. И как выглядит, конечно же, дюна, это фантастика. Привет-привет! Морешка, дорогое, мы все по тебе очень соскучились. Спасибо, что ты сегодня здесь и с нами. Скажите обязательно, ребята, вы скучаете по морю? Вы хотите к нам приехать? Может быть, не к нам, может быть, какие-то другие места Черноморского побережья. А может быть, вообще дома отдыхать на речке, получать там удовольствие. В общем, самое главное, делитесь этими эмоциями, потому что море – это настоящее чудо. И самое настоящее чудо – то, что здесь сейчас происходит. Это шторм чистит берега. Посмотрите, докуда доходят эти волны. Самая чистка, так сказать, нашего побережья для того, чтобы вам здесь было просто по кайфу, потом отдыхать на бархатном песке. И сейчас по-моему, кого-то надо бежать, ребята. Кто-то должен убегать от волн. За мной бегут они. Фу, слава богу, я стою на бугорке. Посмотрите, вот туда они насколько далеко залетают. Доходят практически до дюн. И каждый там... Ой-ой-ой-ой! Походу, теперь точно пора бежать. Смотрите, сила моря, сила стихии. Вот это да. Я попал на самый такой большой выход, как, знаете, как по заказу. И дошло все-таки до дюн, и вот вы видели, что здесь было сухо. Весь мусор убирает море с пляжа, чтобы все осталось чистым и прекрасным. И это нереально классно, что вы увидели вот силы волны. Это то, о чем говорится, что можно быть на берегу, и вас может утащить. Вот в такие, как говорится, погодные явления, когда есть нагонная волна, она идет выше, как раз-таки и появляется тягун. Поэтому берегите себя. Если вы не чувствуете шторм, не чувствуете море, никогда туда не лезьте. Это вот кажется, что Юра там купается, еще кто-то. Я никогда не полезу туда глубоко, даже самый легкий шторм, которого я не буду особо бояться, и никогда не буду рисковать жизнью там, где я не уверен. Хотя
можно захлебнуться и ложкой чайной, понимаете? Тут никто не застрахован. Ну, в любом случае, береженого, как говорится, Бог бережет. Ребят, ну какая красота, просто какая стихия. Смотрю на это, вау! Мои дорогие, спасибо вам огромное сейчас за компанию, за прогулочку со мной. Надеюсь, что было интересно. Еще раз благодарю всех, кто поддержит добрым словом, репостом, подпиской, приглашает своих друзей. Я надеюсь, что мы дальше будем культивировать только добро и любовь к морю. От души с вами привет от Юрия Заровского. Добавляйтесь в наш телеграм-канал. Не забывайте об этом, ребята. Телеграм-канал — это очень важно. Море ОС. ВКонтакте Юра Заровский, в Яндекс.Дзен Юра Заровский, ну и везде Юра Заровский, на Рутубе тоже есть красота. Я рад, что я могу подарить вам этот вид, просто фантастика. Пока-пока, подпишись, не забывай.